Кардиоаритмологический центр Центральной медико-санитарной части отпраздновал юбилей 20 лет работы. Он был открыт в феврале 1997 года на средства Магнитогорского металлургического комбината. Два десятилетия подряд медицинский коллектив центра помогает ритмично биться сердцам своих пациентов. О юбилярах рассказывает Юлия Никифорова. 20 лет подряд профессиональный коллектив кардиоаритмологического центра или отделения нарушений ритма сердца Центральной медико-санитарной части оказывает помощь людям, страдающим самыми разными сердечными недугами. В первую очередь аритмиями, состояниями, когда существует риск полной остановки этого важнейшего органа человеческого тела. Ежегодно в отделении хирурги Дмитрий Дерманский и Олег Козюра выполняют около сотни операций по установке кардиостимуляторов. Вовремя установленный кардиостимулятор способен и продлевает человеческую жизнь на долгие годы. Кардиоаритмологический центр работает круглосуточно. Около 20% пациентов поступают к его специалистам буквально с колес машин скорой помощи. Привозят практически безнадежных порой. Очень тяжелые инфаркты, которые вот, ну, настолько человек без пульса, без давления. И так потихоньку мы все-таки его вынимаем. И из реанимации он переводится в палату общего наблюдения. Кардиологи центра работают в единой цепочке со стационаром центральной медсанчасти, кардиополиклиникой города, сотрудничают с областными медицинскими учреждениями. По словам Людмилы Новоселовой, такая преемственность работы дает больше возможностей сохранять людям жизни. И это радость и гордость дружного коллектива кардиоаритмологического центра. Человек, во-первых, остается жить, во-вторых, мы боремся дальше за качество жизни и продление жизни. И это, в общем-то, приятно, я вам скажу честно и откровенно. За 20 лет мы пролечили стационарно больше 17 тысяч пациентов. Из них 1700 пациентов ходят с кардиостимуляторами, имплантированными у нас. Всех этих пациентов надо потом наблюдать в амбулаторной сети. В базе данных центра около 40 тысяч пациентов, нуждающихся в кардиоаритмологической помощи. Они наблюдаются здесь годами. По отзывам самих пациентов, медперсонал отделения нарушений ритма сердца для многих стал родным. Дай Бог, чтобы центр и дальше продолжал работать так и, как говорится, наращивал свой потенциал. Огромное спасибо, что они есть, что они помогают нам продолжать жить полноценно, потом трудиться, как говорится, быть частью общества. Юлия Никифорова, Влад Набиев, телекомпания ТВН.